Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юра Чидимко, Федоров. И, ребята, сегодня у нас битва автогонщиков угнать за 180 секунд. Всем привет, пацаны! Короче, ребят, мы находимся на пирсе Санта-Моники, и школьник-дурак просто навел шумиху, поэтому надо отсюда просто топить, пока менты не приехали, а то мало ли. Да, погнали. Слушай, я решил сегодня прочекать пирс. Я не знаю, что из этого выйдет, но надеюсь, что сюда все-таки мажоры-то приезжают какие-нибудь отдохнуть. Было бы неплохо. Так, я издалека, короче, вижу какой-то здоровенный джип, и это... Это Титан, что ли? Нифига себе. Охренеть, я здоровый. Пока старую, прям очень старую бэшку нашел. Я, кстати, тоже нашел бэшку, это М3. Кстати, прикольная бэха. У меня 92. Так, нашел полицейский мустанг, прикинь, он, короче, дорогу перегородил, чтобы машины не заезжали. Еще одна идейка есть, мы что, никогда не делали? Как вариант, байтануть тебя или нет? Не знаю, я, короче, я нашел X5. Кое-что увидел, я тут думаю, забирать или нет. Так, либо пока, я, короче, пока знаешь, не знаю, что ты нашел. Либо, короче, если я заберу, то я буду, ну как, в жопе, либо же я выиграю тебя, хрен знает. Но не я знаю. Заберу. Я, короче, нашел, прикинь, хромированную полностью Audi. Прям хромированная в хламину. Мерседесик, Тойота. Ну, блин, я не знаю, Lexus стоит, кстати, прикольная, здоровая, правда. Что-то такой здоровый Lexus, охренеть, больше, наверное, Титана. Чё за... Так, и гоночная Audi, обалдеть. Вот эта вот машина, кстати, неплохая. Может быть, ее взять? Рекорд, Shell, Bosch. Бери. Опачки, братан. Я кое-что нашел. Кое-что необычное. Ну-ка, подойду поближе, посмотрю. Чё-то, а чё это? А где ты там? Охренеть. Я... Нет, хабарчик, конечно, братан, я нашел бэху. И необычную бэху, я ее взял. Я нашел Хонду, необычную Хонду. Да? Ну окей, погнали, короче, куда-нибудь, там уже посмотрим, что у нас в итоге будет. О май гад! Ты что, тоже байк угнал, что ли? Да. Охренеть, он у тебя широкий, слушай, такой нормальный. Американский или какой-то. Там один днюшник такой ничейный, я решил его и забрать. Тем более, никогда. Слушай, а у меня, короче, БХС-1000, я посмотрел, довольно-таки неплохой байк, очень быстрый. Так, а можно ли их прокачать? Вот в чем вопрос. Ну как кастом. Вряд ли. О, а у меня диски, кстати, покрасились. Два? Да. Так, белый, черный. У меня ничего не поменялось, я, короче, покрасил в красный. Слушай, я зеленый сделаю. Чтобы не заметили нас, когда будут в итоге там, я не знаю, искать эти аппараты. Так. А можно, слушай, нет, тут, конечно же, подсветки нет. Я думал, может, подсветка есть. Слушай, нихера он меня прет. Просто лютейшая максимальная скорость. 221. Охренеть, братан, да ты как на мопеде будешь чилить, я чувствую. Ну, попробуем. Так, давай попробуем. Кстати, у него что-то проблема с задним колесом, у него какая-то гидравлика какая-то, я не понимаю. Что ты творил? Я упал. Да, ну бывает. Короче, ребят, сейчас мы протестим байки, такого у нас еще не было. Кстати, пишите в комментариях, как вы думаете, сколько стоит тот или иной байк. Посмотрите в интернете, если знаете, то пишите так. Я, потому что, если честно, в байках вообще не разбираюсь. Ну что ж, ребята, так как у нас мотоциклы, то первое испытание нужно сделать драк. Посмотрим, что из этого получится. И, собственно, ты готов? Да. Нифига, слушай, а он тебя неплохо так-то начинает. Да. Просто трактор медленный. Давай, 1, 2, 3. Ух ты, как красиво. Как красиво. Типа прикольно, да, но типа чё? Сколько едешь? 130. А сейчас? 130. А сейчас? 130. 270, братан. Ты пошёл. 270 на прямой. Короче, ребят, я предлагаю вам попробовать протестировать вот это вот медленное говно, которое угнал Димон. Сделать чиповочку, может, он побыстрее поедет, посмотрим, насколько, и попробуем на следующем испытании уже их сравнить. Пацаны, короче, дури стало очень много, и я надеюсь, что я тебя сдрючу, поэтому давай, 1, 2, 3. Так, ну ты реально с места стал быстрее ехать. Ну да. Но максималки тебе не прибавилось. Ты 130 едешь, да? 140 уже. Ну нормально. 10 лошадок этот, короче, прирастил. Слушай, а у меня с байком проблема какая-то вообще. У меня такое ощущение, как будто у него первое колесо, что ли, заблокировано, оно вообще не едет. У меня стало подкидывать его, прикинь. Подкидывать? Да. От мегаскорости? Да, походу. Господи. Только я мог на байке врезаться в столб, который стоял посередине дороги, ты понимаешь? Нормально. Кстати, на самом деле он у меня что-то хреновенький, он реально в повороты не входит. Я чувствую, нужно, короче, меня этот... более-менее еще, знаешь, его жопу загнать. Закидывает. Жопу закидывает? Да, и только
таком случае едет. Он у меня даже на ручнике не тормозит, понимаешь? Я тоже врезался. Нихера, ты врезался и сразу поехал? Ну да. А как так-то? Так я просто в стенку врезался, я далеко не летал. У меня байк не поворачивает в поворотах, что с ним не так? У меня жопу просто закибет, знаешь, как будто дрифтовый байк. То есть это удобно очень, я очень хорошо себя чувствую. Так у меня такое ощущение, как будто у меня наоборот, знаешь, драгстер какой-то. Прикинь, да, короче, у меня охренеть. Впереди не прямо, а жопа вообще по бокам. Это просто странное чувство на самом деле, я упал. Это отлично, потому что я на самом деле тебя очень тяжело догоняю, байк какой-то вообще непонятный. Что не так-то с тобой? Я въехал на Вайну. Ты куда-то еще не въехал, я тебя вижу вон, ты впереди там, вдалеке. Эй, тихо, пацаны, не подрезайте. Слушай, я не знаю, как я буду проходить Вайн, вот он реально неуправляемый. 700 осталось. А! Я чуть в лобовуху не поцеловался с тачкой. Я чуть не упал, ё-моё. Кстати, у меня тактика новая появилась. Врезаться в машину, от нее отрикошечивать и ехать дальше. Серьезно? Кстати, да, практикую, умею. Это мне немножко помогает. Слушай, я у тебя прям вот на заднем колесе уже буквально сижу, но я чувствую, я не смогу в поворотах обогнать тебя. Почему меня подкидывает постоянно? Я не знаю. У меня байк не лучше. Странно я себя чувствую. Слушай, да. Ну, я уже практически доехал, 600 метров. А ты рядом? Да я прям за тобой. Вон, я прям тебя вижу в поворотах. Я не могу тебя выиграть только за счет того, что у меня не поворачивает байк вообще. Я чувствую, я мы сейчас... Я врезался, прикинь, я был... А я врезался, я ушел. Я, короче, знаешь, что сделаю? Я сейчас, походу, разберу его, посмотрю, что с колесами не так. Такое ощущение, как будто реально колесо блокируется, переднее или заднее. То есть он вообще не поворачивается. Прикольно. Ну, я вообще жесть. Так, я вижу, что ты доехал. Короче, чиповочка-то все-таки дала тебе плюс. Хоть там и небольшой прирост, но ты выиграл. И у нас 1-1 получается. Окей, ребят, сейчас мы пойдем прыгать с трамплина. Это будет просто смерть. Посмотрим, что из этого получится. А я все-таки займу еще байком. Посмотрю, как с ним что сделать можно. Короче, ребят, я немножко занялся байком. Короче, поменял колеса. Не знаю, что из этого получится. Станет он лучше или нет. Но вот тут будет интересно, кто дальше улетит. 250. 300. Слушай, а если мы с байка упадем, то нормально будет? А если я тебе сейчас ключом по башке дам, нормально будет? Не знаю, попробуй. Слышишь? А если реально упадем, то по байку смотрим же, правильно? Куда он улетит? Ну, наверное. Я, кстати, прыгнул на байке, я лечу неплохо. Офигеть, что творю! Бам! Понятно. Я прям на байке-то как бы и упал. То есть прям в забор я долетел до закусочной, из-за бублика. А я не упал. Не упал? Нет. Ну тебе повезло, я просто со всей дури в стенку врезался. Слушай, а у меня летел очень хорошо, даже там гладить, мне кажется, на нем можешь попробовать. А где ты? Не знаю, вот я. В заборе, понятно. Блин, ребят, ну, конечно, мой байк, да, он очень быстрый, то есть это даже было видно на драге. Здесь балл достается мне, а мы едем, короче, ребята, на гору чилят. Ребята, съезд с горы чилят, и, собственно, на байках это очень сложно. Давай, короче, отчет и погнали. 1, 2, 3, поехали. Блин, я вот думаю, меня гнать... Тянет, прямо, меня влево тянет. Уху, красиво я на тобой перелетел в разные стороны. Влево, вправо. Я не знаю, что делаешь ты, я, короче, стараюсь лишний раз не газовать, видишь, чтобы... Меня? Да, конечно, я рядом. На полном газу еду. На полном газу? Да. А я на тормозах еду. Прикольно. Во-во-во-во, видал? Видал, я как... Я камень приземлился, и смерть! Я вырулил. Смерть! Смерть неверным, конечно, я разбился с такой высоты, я просто я, полетел. Короче, все, я приехал. Да ладно, у тебя такой устойчивый, да, что ли? Да, все. Я вот только когда врезался в столб упал. Охренеть. То есть мой байк получается очень быстрый, прям вообще люто быстрый, а твой устойчивый чисто для того, чтобы чилить. Так я, походу, даже не доеду. Хотя нет, доеду. Окей, я хотя бы добрался. Блин, на самом деле, может быть, я и смог бы проехать нормально, если бы рулил, но я после спринта, если честно, и не хотел этим заниматься. Окей, ребята, у нас 2-2, сейчас будет дерби. Что ж, ребята, у нас дерби на байках такого еще не было. Напомню, что мы можем махать руками, и, в принципе, с помощью этой штуки мы должны сбросить и оппонента, и его мотоцикл с этой поверхности. Ты готов? Да. Раз, два, три. Поехали. Слушай, будет интересно посмотреть, что из этого получится. Воу-воу. Выходи на смертный бой, молодой. Нифига ты там. Это тебя достать не могу, слышь. У тебя байк этот больно широкий, надо сбоку заезжать как-то. Блин, у меня в поворотах он вообще никакой. Прикольно. Ай! О, отлично. Ай! Ай! По башке клоу получил. Садись быстрее. О, чего? Пока.
Это чё за бред собачий был? Ну-ка, давай еще раз. Просто изи. Ну, на самом деле, тебе повезло, что ты меня первый, короче, огрел по башке. Так, ну, окей. Да, потом тупо наехал тебе, и все, давай. Так, я готов, все, поехали. На самом деле, сбил ты меня довольно-таки неплохо. Фу! Я нажал на X, и в итоге не, на тормоз жало не работал. Понятно, давай еще раз. У меня вообще, да иди ты отсюда. У меня многие в комментариях писали делать дерби типа по 3 захода, типа и по истечению 3 заходов уже считать баллы у кого сколько. Мы с Ваньком так и делали, кстати, последний раз у меня. Так, давай, короче, поехали. Поехали. Один, смерть неверным! Слушай, он еще шлем одел. Школьник-то не дурак. То ты в смысле? Ударил меня? Да! О! Прикольно. Он красиво улетел. Улетел тут красиво. На, вот так вот. Просто со своими вещами на выход. Так, давай еще тогда финальный правильный сделаем бой, потому что ты сам уехал, это такое некрасиво. А что получается, это сейчас решающий раунд? Да, давай решающий раунд. Пока типа боевая ничья. Ну блин, ты два раза уже сам упал, молодой. Давай, давай, поехали. Ну он слишком широкий, ё-моё. У меня вообще он не повор... Ты куда так летишь? Охренеть больно было. Вот надо, короче... А! Не. Я тебя сейчас тоже собью с байка. Слушай, а чё бы и нет? Махаться-то точно можно. Я вот так сделаю. Ну пошёл ты. Вот, вместе с байком отойди отсюда. Не, на самом деле, дерби на байках — это прикольная штука, если можно махаться, пинаться. Я думаю, что сделаю, короче, одну серию, посвященную чисто байкам. Уже есть идея, и, в принципе, ребят, пишите в комментариях, как вам такая идейка. Что ж, ребят, ну такая получилась серия, довольно-таки необычная. Мы угнали два байка, даже дерби на них устроили. Пишите в комментариях, понравилось вообще или нет. Иди отсюда, школьник. Ты был прозрачный. Прозрачный? Я буду нормальный. Все, пока иди. Отдай-ка мой байк, слышь. Ты слишком молод для него. Ты слишком для него молод. Что ж, ребята, ставьте лайк, если вам понравилась серия. Подписывайтесь на канал, ссылки в описании. Всем до скорых встреч. Всем пока.